Приветствую вас и на фоне нервных переживаний у вас могут развиться такие симптомы, как невроз, панические атаки, тревожность, ну и что-то еще. Всего перечислять, я думаю, не стоит. Значит, говорить о том, что вы можете сойти с ума, ну, могут образоваться патологии, психические патологии, знаете, аномальные психические состояния, которые при своем постоянстве, да, по сути дела могут перерасти в психическое заболевание. Так вот, чтобы избавиться от этого, чтобы максимально снизить порог этого, чтобы вы не сошли с ума, чтобы вы не испытывали каких-либо негативных, очень негативных эмоций, я вам рекомендовал бы разобраться с причинами, по которым вы нервничаете очень часто. То есть, что есть нервные переживания? Нервные переживания есть, во-первых, важность того, что происходит с вами, и, во-вторых, неуверенность в благоприятном исходе того, что с вами происходит. Также нервные переживания связаны с негативным эффектом от того, что есть в вашей жизни. И вот с этими моментами нужно разбираться. С этими моментами нужно работать. То есть последовательно смотреть, с какого момента, с какого времени вы начали испытывать нервные переживания сильные, с какого момента вы начали так сильно нервничать. И вот в зависимости от причин, с причинами и работы. Пожалуй, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.